Так, ребята, всем привет. Сегодня хотел такое небольшое короткое видео записать. Я надеюсь, что это поможет вам при рекрутинге людей. Ну и вообще при общении, да, как вы можете, в общем-то, еще более эффективно рассказать о том, что людям все-таки нужно заниматься своим бизнесом, если они хотят вообще преуспеть в жизни. Смотрите, какая ситуация. То есть есть такая тема, как метафора, да, айсберги. Тут вот я пытался нарисовать два айсберга, на самом деле плохо у меня было с рисованием в школе, но не важно. Смотрите, вот этот первый айсберг — это работа, второй айсберг, естественно, это бизнес. Смотрите, какое есть очень главное преимущество бизнеса перед работой. То есть, когда человек ходит на работу, он получает зарплату, да, доход, вот я обозначил небольшой треугольничек. Когда человек начинает свой бизнес, у него тоже есть доход, но, к примеру, если брать это MLM-бизнес, да, естественно, люди там в первый месяц, два месяца, они зарабатывают, может быть, меньше даже, чем человек, который ходит на работу. Ну, к примеру, давайте возьмем средняя зарплата, там, $300, человек, который приходит в MLM, в первом месяце он заработал, к примеру, $100. Но при этом, знаете, какое есть очень главное преимущество любого бизнеса? Это активы. То есть в любом бизнесе есть активы. И вот тут вот я пометил, да, актив бизнеса. Закрашена вот эта вот часть. Как его можно рассчитать? То есть, к примеру, если у вас есть квартира, вы ее сдаете, сдаете, допустим, за $1000, вот, соответственно, $1000 мы умножаем на 100, получается, что актив вашего бизнеса, да, стоимость этой квартиры — $100 000. Вот, соответственно, если вы деньги кладете в банк под проценты, под 10% годовых, вот, ежемесячно вы зарабатываете, ну, давайте возьмем там сумму там $100 в месяц с банковского вклада. 100 умножаем на 100, получается, что для того, чтобы иметь $100 ежемесячно пассивного дохода, вам нужно положить в банк $10 000. Вот. То же самое и можно взять MLM. Да? То есть, если вы зарабатываете где-то $500 000 ежемесячно, соответственно, ваш актив вашего бизнеса составляет, значит, умножаем на 100, $1000 на 100, получается $100 000. Ну, то есть это можно просчитать любой бизнес абсолютно, там, линейный бизнес, там, палатка, магазин. То есть это делается очень просто. Берется доход, чистый доход в месяц и умножается на 100. Вот. Ну, почему на 100? Это такая усредненная, как бы, цифра. Вот. Поэтому очень важно создавать активы, которые будут работать вообще, в принципе, без вашего участия. То есть в идеале это вот было бы именно так, когда работают... То есть деньги, активы работают без вашего участия. Вот. И почему именно нужно заниматься бизнесом? Да? Потому что когда вы ходите на работу, у вас все основное время отбирает именно работа. То есть у вас нету, как бы, времени даже заниматься бизнесом. Вот. Но когда вы начинаете заниматься бизнесом, и желательно, чтобы это были пассивные источники дохода, у вас есть возможность иметь не один, а несколько, 2, 3, 4, 5 источников пассивного дохода. Потому что у вас, ну, очень много времени свободного. Вы можете уделять внимание всем там 5 направлений у вас, если, допустим, есть, да? Всеми 5 направлениями вы можете заниматься. Потому что они, ну, практически работают на полном автомате, и вы не уделяете этому время. Ну, даже можно и больше, да? То есть такой есть фишка такая. У Абрамовича в самые плохие времена было 17 источников дохода. Вот, поэтому применяйте вот эту вот методику, то есть рассказывайте о метафоре айсберга, да, и почему именно очень важно заниматься бизнесом и создавать активы, пассивные источники дохода. Все, с вами был Дмитрий Кухтенков, надеюсь, вам понравилось это видео. Вот, если понравилось, нажмите под видео там нравится и поделитесь с друзьями своими. Все, пока-пока, до следующих видео.